Meizu M3S Hard Reset. И бонусом, как включить отладку по USB. Зажимаем ему кнопку громкости вверх и кнопку питания. Две клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорится, питание отпустить, а вверх продолжить держать. Теперь ждем появления меню из двух пунктов. Все, загорелось меню из двух пунктов, кнопку громкости вверх можно отпустить. Хотя, наверное, можно было ее и раньше отпустить. Есть два пункта. Первый — это System Upgrade, а второй — Clear Data. Первый у вас, если есть прошивка на флешке, то выбираем первый, если вы хотите его прошить. А если просто делать Hard Reset, сброс настроек, вот второй пункт, галочку там ставите и нажимаете Start. Я сбрасывать не буду, у меня как бы нет необходимости это делать. Я просто перезагружу сейчас телефон. А вам выбрать Clear Data и нажать Start. Еще надо знать, что пин-код 6-значный, 4-значный, этот сброс может не удалить. Перед любым сбросом выйти из учетной записи Flyam. Если из нее не выйти, после сброса он начнет ее спрашивать. Ну вот, в принципе, и все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А, бонусом еще отладка по USB. Meizu M3S. Как включить режим разработчика и как включить отладку по USB. Настройки. Спецвозможности. Давайте поближе, чтобы видно было. Значит, настройки. Спецвозможности. Вниз спускаемся для разработчиков. И вот первый пункт. Разрешить отладку по USB. Галочку ставим, он ее разрешает. Так, и... В принципе, наверное, все. Здесь, наверное, больше ничего не надо. Ну, вот режим для разработчиков.